when I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer. Ребят, всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Сегодня я снимаю интересный влог. А знаете, почему он интересный? Потому что сегодня 31 октября, это раз. Второе, Америка сходит с ума, потому что все начинают друг друга пугать, и люди начинают перевоплощаться в разных героев, супергероев, и ходить по домам просить конфеты. Все время смотрела про этот фильм, а сейчас я нахожусь здесь, в США, 31 октября, можно сказать, в самом эпицентре событий, и буду вариться в этом котле вместе со всеми. Буду снимать для вас видео, рассказывать про этот день, снимать и показывать абсолютно все, потому что мы с Сарой сделаем макияж сейчас и пойдем к соседям просить конфеты. А сейчас я хочу поделиться еще небольшой новостью. Я знаю, что вы любите, когда я вам советую какие-либо сериалы посмотреть. Так что, если вы хотите провести эти осенние вечера не только в приятной обстановке при просмотре сериала, но еще и просветить себя в истории, погрузиться в историю, как бы узнать кое-какие интересные факты исторические. Так вот, я сейчас смотрю очень интересный исторический сериал. Называется «Великолепные Медичи». Сериал этот об одной итальянской семье-легенде, клан, который стал очень могущественным в Италии в свое время, и сюжет просто разворачивается очень интересно, необычно. Подбор актеров идеален, на мой взгляд. Вообще, как бы, все время сериал держит тебя в напряжении. То есть, вы, с одной стороны, вы понимаете, что он основан на реальных событиях, с другой стороны, очень красивая постановка, съемки, все, что я люблю, в принципе, так что могу смело вам его рекомендовать, если вы хотите посмотреть что-то новенькое, плюс еще и умненькое. Сериал я нашла на площадке Кинопоиск онлайн, можно его смотреть по подписке, и ссылочку на него я оставлю под этим видео в описании, обязательно посмотрите этот сериальчик, советую. А теперь все, мы побежали, я буду сейчас собираться на Хэллоуин, красить Сару, придумывать наши образы, потому что осталось всего 2 часа. Поехали. Мы семейка супергероев. Как будет на английском шалости или сладости? Trick or treat. Это, в общем, нужно так говорить, когда стучишься к соседям, говорить эту фразу, ну, типа шалости или сладости. И покажи свой мешок для конфет. Сейчас будем собирать конфеты, мы едем большой. Я надеюсь, мы соберем его полный. Мы едем к соседям, здесь neighborhood, очень большой, красивый, каждый год они устраивают... Говори. А еще есть такая игра, если вы любите смешные игры, есть игра «Привет, сосед». И она называется, если у вас английский телефон, она называется «Hello, neighbor». Да, и мы едем в такой комплекс большой, там частные дома, закрытая территория в районе Санкт-Петербурга, и там каждый год устраивают Хэллоуин, и соседи соревнуются между собой, кто круче оформит свой дом. Говорят, что там очень красиво, классно, необычно, и мы должны туда поехать, поэтому мы с Сарой приготовились, такие две гламурные супергеройки, и едем за конфетами. Так, я что-то вижу. Стоят на перекрестке. Америка. Wake up, Америка. Jesus. Oh my gosh. Вот это трэш, конечно. Где-то здесь калиточка, где можно пройти в этот комплекс. Сказала мне моя подружка. Сейчас найдем. Смотрите, все уже такие наряженные. Цыплята. Цыплята, не цыплята. А вон собаку нарядили в тыкву. Или в кого это? В черлидеру. Вот она, наша калиточка. Так, ну мы подходим уже к этим домам. Видите, уже тут ходят разные маньяки. Hello! Very pretty. Oh, very pretty man. Yeah. Say something. Thank you. Alright, I have some candy. Thank you. There you go. Have fun. Какое классное занятие, ходить и собирать конфеты, да? А вот мужчина прям вино себе поставил, кушает. Hello, подходи. Yeah.
Hello. Happy Halloween. Wow, awesome. Thank you. Thank you. Привет. Охотники за привидениями вон идут. Hello. Нам все делают комплименты, какие у нас классные маски с Сарой. И еще здесь так спокойно. Я думала, что будет большое скопление людей, но нет. Очень спокойно, тихо. Ой, смотри. Смотрите, как украсили. Дома, смотрите, обычные галлоны, бутылки. Вау. Пошли. Заходи. Вау. Заходи. Подходи. Happy Halloween. Hello. Подходи вон к бабушке. Hi, how are you? Вот это костюмчик, как будто собака вцепилась в штаны. Hello. Nice костюм. Я пошла за конфетами. Ладно. Иди туда, заходи. Смотри, туман прям настоящий. Они еще едут. Да. Нет, они еще едут. Далеко. Смотри, летающая тарелка, инопланетяне, кукуруза. Ой-ой-ой, как интересно. Инопланетяне. Да. Это очень необычно. Сколько они денег потратили на эти декорации? Сил, труда и денег. Вообще молодцы, постарались, конечно. А у этих соседей, ну, вообще просто что-то необычайное. Кто-то валяется, это вроде дети переодетые. Как страшно. Это дети переодетые. Они когда падают, они сливаются с травой вообще полностью. В паутине. Пойдем. Видишь, их не видно становится. Пойдем. Так интересно. Боже, здесь еще гроб. Огромный. Ужасно. Они как будто бы мороженое набирают такими ложечками. И написано ice cream, но это конфеты, я думаю. Пойдем. Они конфеты раздают, как мороженое. Так прикольно. Это очень странно. Сами хозяева домов наряжаются в костюмы и раздают конфеты. Видите, для них это целый ритуал. Так интересно. Сусара, у тебя уже полная сумка? Нет. Иди. Тыкву бьет током. Вон они сидят на крылечке, прям ужинают, пьют вино и смотрят, как кто нарядился, раздают конфеты. Вот миньончики, прикольные. Села? Вот еще один надувной ребеночек. Тут рок-банда прям загорают, сидят скелетики. Bonnies and Stones. Не могу. Это ужасно. Я не могу, повешенный. О, кошмар. А этот прям с сумкой. В халате. О, нет. Хм.
Sorry. Мы уселись на газон чей-то и ждем друзей наших. Тут здесь просто огромная территория. Я скинула наше месторасположение. Они должны сейчас прийти сюда. Сара. Сара там нашла Гринча. Сейчас в темноте наши маски просто потрясающе блестят. Смотри. О! Сара, пошли! Привет! Здесь уже как Рождество. Спасибо. Девочки, повернитесь. Что, ты снимаешь? Да, влог. Нет, так, это прикольно. Смотрите, мексиканский карнавал. Тайна Коко, да? Сара, смотри, как классно. Вот это его баба, ага. Коко. Ненавижу это. А помнишь ее бабу? Вообще красота. Да. Шикарно. Вау. Не поняла. Короче, она говорит, all my scary things. Они будут, они будут они пробуют. Да. Она девочка маленькая. Она вот так. Ой, ну, страшно. Happy Halloween. Антуанетта. Это кошмар. Какая-то ведьма маленького ребенка варит, хочет сварить в котле, посмотрите. Это вообще ужасно. Кошмарно просто. Маленький ребенок над котлом. Там еще по ступенькам ползет кто-то. Его подкинуло. А вот и добрый паучок. Жилище пауков. Это то, чего я боюсь больше всего. Мама, давай. Да. А, нет, там паутина, я не пойду. Там. Иди, Сара. Сара, пожалуйста. 2000 лет спал. Come, I will show you. А, глаза шевелятся у него. О, вулкан. Ужас, отрубают головы, электрический стул. Bryce, don't look, Bryce, don't look. Bryce, come on. Ha ha.
Пойдем за конфетами. Так, ну смотрите, сколько у нас здесь конфет, полный пакет. Давайте вместе посмотрим, что же-то у нас есть. Ой-ой-ой. Вот это да. В основном ММДМсы промокшие. Кстати, вода вытекла. Ой, Сара. Открытый уже есть, кое-что мы поели. Да, в основном ММДМс, Сникерс. Так, шоколадки, Киткат. Ну вот ММДМс, прям столько много-много у нас здесь ММДМса. Несквик, чупа-чупсы. Кстати, вот в этих бумажных что-то такое кислое, как порошок. Так что вот такой был у нас яркий Хэллоуин. Напишите в комментариях, понравилось ли вам то, что вы увидели. Если да, то ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, потому что сейчас нововведение в YouTube, что если не нажмете, не поставите лайк, то видео потом вам не показываются. Что-то там они мутят непонятное. Так что всем спасибо за просмотр. Пока-пока!